Твери подвели итоги художественного конкурса среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Каждый год его проводит администрация Твери в рамках программы «Социальная поддержка населения». В этом году детям предложили тему «Я люблю театр». Участники от 8 до 17 лет в рисунках изобразили сцены из любимых постановок. Кто-то аллегорически нарисовал этот вид искусства. В конкурсе приняли участие 35 ребят, которые получают уроки по ИЗО дистанционно, а также на дому и непосредственно в помещениях образовательных учреждений. Их работы можно будет увидеть на выставке «Открытый мир», которая доступна до 16 декабря в художественной школе имени Серова. Участие в конкурсе дает ребенку, конечно, возможности общения, расширяются его социокультурные такие возможности. Здесь они учатся не только рисовать, но и общаться, самое главное, понимать друг друга, понимать мир, в котором они живут. И дает им дальнейшие возможности раскрыть свои таланты.